Приветствую, друзья, вас всех. Я обычный верующий человек. Живу в Украине. Вот дал Бог милость быть здесь в гостях, в Америке. Я с женой. У нас вместе с ней 6 детей и 12 внуков. Вот мы вместе 36 лет прожили и не пожалели ни разу об этом. Живем сейчас на Восточной Украине, или вот на территории Восточной Украины, и как раз тот поселок, где мы живем, вот край улицы нашей, проходит линия фронта. Наверное, вы много слышали уже об этом, и немножко даже надоедает вам эти новости с Украины, именно с восточной части Украины. Но жизнь такова, что мы там живем. Вот и бывает, иногда вечерами выходишь и наблюдаешь не звезды, которые светят, а вот другие летающие предметы. Вот мы переехали туда жить больше 20 лет. Уроженцы мы сами с женой из Одесской области, но переехали по служению. Там начиналась церковь, и нас пригласили для служения. Мы переехали и там живем вот больше 20 лет. С момента того, как мы переехали, образовалась церковь, больше 100 членов. У нас на определенном периоде было потом... В связи с военными действиями разъехались люди некоторые. Вот кратко, наверное, все. Кому будет интересно чуть больше, можно больше. Но я люблю больше говорить о Боге. Говорить проповедь после уже хорошо сказанной проповеди, наверное, дело нелегкое. Поэтому вы будете мне помогать, если вы хотите услышать проповедь. Я учусь проповедовать. И поэтому нуждаюсь в вашей помощи и поддержке. Я скажу о себе, вот мне понравилась одна идея, вот как ты себя охарактеризуешь одним словом. Вот если вот какое-то слово применить к себе, которое могло бы вас характеризовать как личность. Вот. И я тоже думаю, как я вот себе сказал бы о себе одним словом. Одно всего лишь. Это нелегко, потому что так нам сложно, как-то у нас много так хорошего, наверное, есть. И нам сказать только одно, выделить что-то, наверное, слабо. Я люблю говорить о Господе, и сегодня буду пытаться говорить с практической точки зрения или стороны, практической стороны вот христианскую жизнь. Итак, мы начнем. Я ставлю вопрос перед собой. Что для человека... тяжелее уверовать в Господа или остаться верующим до конца? Вот сохранить веру в Господа до последних дней. Что тяжелее? И размышляя об этом, не нахожу конкретного ответа. Потому что нелегко уверовать или прийти к Господу, но и нелегко сохранить веру в Господа до последнего дыхания, до последнего, скажем, своего дыхания, своей жизни. Поэтому я сегодня буду говорить или пытаться вот размышлять вслух, а вы будете со мной соглашаться или не соглашаться, протестовать, может быть, возмущаться, но буду затрагивать некоторые моменты жизни, которые, на мой взгляд, могут, возможно, кому-то помочь сохранить веру. Веру в Господа, потому что много людей... И здесь, наверное, в церкви, и в нас, в Украине, приходят в дома молитвы, особенно во время боевых действий, когда война идет, и мы принимали в дом много людей-переселенцев. Вот, но немногие остаются. Пришли, побыли, послушали, покушали, их покормили и ушли. Вот что это означает, как сохранить верность
или веру в Господа. Но начну немножко с необычного текста. Это 18 глава, один текст, один стих из этой главы, 18 глава Матфея, 7 стих. Слова Христа, прямая речь. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Горе миру от соблазнов. Бог так определил, что есть, дал некоторые средства своей благодати для того, чтобы людей приближать к себе и сохранять. У дьявола есть свои средства, которые он использует для того, чтобы людей угашать в них Дух Божий, угашать веру. Вот средства Божьи для того, чтобы людей сохранять, это и Божье Слово, это и общение церковное, это и Библия, как мы читаем, молитва, и все вот так. У дьявола одно из средств, которые он использует, это соблазн. Писание говорит, горе миру от соблазнов. Если Библия говорит горе, то это, наверное, справде горе, действительно горе. И мне приходилось, и, наверное, вам приходилось не раз самим соблазниться, соблазняться. И иногда быть вам объектом соблазна для других. Как это, чтобы не соблазниться самому, или что это означает соблазниться, и как не быть объектом соблазна для других, вот об этом я хочу сегодня говорить. Мне нравится давать определение терминам. Вот давайте попробуем дать определение термину, что такое соблазн. Соблазн – это. Вот если, например, говорить о определении, допустим, электрический ток – это. Что такое электрический ток? Это направленное движение электрона. Это физика. Или, допустим, что такое напряжение электрического тока? Физики. Это разность потенциалов между плюсом и минусом. Это напряжение. То есть, когда мы говорим о чем-то, нам хорошо дать правильное определение тому, о чем мы говорим, чтобы было понятно, о чем мы все-таки говорим. И я немножко буду использовать свой конспект, который я, когда вот думал об этом, и немного писал. Так вот, давайте дадим определение соблазна. Соблазн – это. Что такое соблазн? Как правильно будет, соблазн или соблазн? Даль говорит, что соблазн правильно будет. Так словарь Даля говорит. Поэтому давайте дадим определение соблазну. Что такое соблазн? Соблазн – это страстное, сильное желание, вызванное внешними раздражителями, зачастую имеющим отрицательный характер и последствия. Сложно? Давайте еще раз. Соблазн – это страстное, сильное желание какое-то, вызванное зачастую внешними раздражителями, что-то повлияло на меня, на вас. И всегда это имеет отрицательный характер и последствия. Соблазн в себе самом деструктивен. Он никогда не бывает конструктивным, созидательным. Соблазн – это всегда вещь такая деструктивная. Или он разрушительный. Люди, которые подпадают под влияние соблазна, никогда не могут принять правильное решение. Люди, которые попали под влияние соблазна, вот это сильное влечение, они никогда не могут принять правильное решение, потому что они захвачены, они вовлечены. Соблазн всегда ищет, чтобы произошло явление соблазна, нужно, чтобы было двое. Тот, который соблазняет, и тот, который соблазняется. Кому говорит, тому или другому? Обоим. И тому, кто соблазняет, и тому, кто соблазняется, горе. Потому что соблазн всегда он ведет, это промежуточное явление, он ведет всегда к каким-то неправильным действиям. Я только некоторые моменты из своей жизни вспоминаю, когда говорю об этом. Когда-то я пошел на рынок, а мы живем недалеко от Горловки, кто, может быть, понимает в Украине расположение, это рядом с Горловкой. Такое красивое название поселка нашего когда-то было Нью-Йорк.
потом его переименовали в Новгородское, вот, и мы теперь живем в Новгородске, но, наверное, по-английски это звучит Нью-Йорк. Так вот, я поехал как-то на рынок, и рекламодатели дают рекламу, ходят, дают рекламу и говорят, вот хорошая сумка, одну вы берете, покупаете, а вторую мы подарок дарим вам. И рассказывают, какие это хорошие сумки, как это все здорово. И при том же, смотрите, мы одну дарим вам даром, только одну вам надо купить. Я и не молодой, и вроде бы не считаю себя глупым, наверное, никто не считает себя глупым. Беру, покупаю эту сумку. Через несколько метров смотрю в киоск, дешевле стоят они, чем я купил. Я попался под влияние соблазна. Меня уговорили, меня как-то зацепило, это захватило, и я все-таки взял, купил эту сумку. Не нужная была мне она, совершенно. Когда мы получаем зарплату, когда вы получите, никогда не идите сразу в магазин. Потому что купите намного больше того, что не думали покупать совершенно. Пойдите домой и оставьте хотя бы часть денег, чтобы у вас был на запас, иначе оставите все в магазине. Так устроено, так много сделано. Идея соблазна, она захватывает все как бы поры общества. Вот смотри, реклама. Вот видишь, я не знаю, в Америке это видно или не видно, у нас в Украине мы замечаем, часто рекламу. Вот рекламируют, например, Шифер. Но рядом стоит обнаженная девушка. А что общего у Шифера с этой женским телом? Что общего? Да ничего общего нет. Просто мужчинам, которые покупают Шифер, им они заметили одно, потом смотрят на другое. То есть реклама – это такая сеть, такие манипуляции делает с людьми, что практически, по сути, люди, попавшие под влияние соблазна, они утрачивают свою самостоятельность. Соблазн парализует мышление. Ты думал так, попал под влияние соблазна, ты начинаешь думать так, как тебе задают программу, и тебе вот туда повели, и ты начинаешь так думать. Ты не думал вчера и третьего дня, думал иначе. Но тебе показали, так тебя убедили, или так тебя красиво вот окрутили, простите, да? И ты начинаешь думать так, как тебе показали. Соблазн парализует мышление. Соблазн усиливает желание. Я вроде бы не хотел, но потом мне показали, и я захотел. Усиливает желание соблазн. Соблазн волю парализует. Человек стоит бесхребетным, безвольным. И он готов идти, вот как будто бы, вот как говорят, лягушка в пасть удава, так человек, соблазнившийся, идет вот на поводу соблазнителя. Люди, которые соблазняют, знают ли они, что они соблазняют других? В большем случае – да. Я вспоминаю свои студенческие годы, я учился в Одессе. Иногда в Одессе есть такая знаменитая улица Дербасовская. Вот мне нравилось иногда ходить, смотреть, наблюдать за людьми. Я хорошо помню однажды один момент, когда мы вышли на Дерибасовскую, шли, и я обратил внимание, идет дама навстречу, у нее большое декольте. И она смотрит на мужчин, куда они смотрят. Куда мужчины смотрели? Вот туда, куда она приготовила, чтобы они смотрели. И она вышла ловить. Она знает, что нужно. Поэтому, идя для какого-то дела определенного, она хорошо представляла, что следует за ним. Зачастую, братья и сестры, люди, которые выступают в роли соблазнителя, а это древняя роль нашего злодея или нашего врага, душ наших, соблазнителя, да? Зачастую они понимают, что делают. А как можно проверить, понимает человек, что соблазняет, или не понимает? Как это можно проверить? Можно ли проверить это? Можно. Можно. А как проверить? Вот смотрите, апостол Павел кушает мясо в себе, ничего не думает, аппетит хороший, все нормально. Потом ему говорят, слушай, ты вот кушаешь в капище, или там вот идоложертвенные, а тобой соблазняется брат твой немощный, из-за которого пострадал Христос. И ты сильный, тебе это ничего, может, не приведет, а он погибнет из-за тебя. Что делает Павел? Он знал, что он был причиной соблазна.
Не знал. А как узнал, что он сделал? Он говорит, если из-за меня соблазняется брат мой, то я не буду его переубеждать, что теперь, слушай, ничего страшного, я не буду кушать мясо. Когда? Сколько? Вовек не буду кушать. Если то, что служит к соблазну моему ближнему, моему брату или моей сестре, мои действия, так, они будут вызывать у кого-то отрицательное что-то, то не надо его уговаривать, пусть он сам дорастет, но я со своей стороны сделаю все, чтобы мной не соблазнялись. Понимаете, явление соблазна, мы часто его недооцениваем. Оно настолько распространено во всех возрастных категориях людей. Начиная от детей, которые играются машинкой, купили. И мальчик увидел, и мне такой купите. Он поддался. Заканчивая даже пожилыми людьми. У нас в поселке была пара людей, они не имели детей. И этот дедушка такой толковый, он взял и сделал два гроба. Себе и жене. Дубовые сделал, с дуба. Хорошие, добротные. И он даже периодически вылезал, поставил на чердаку их, периодически вылезал на чердак и ложился в гроб. Хорошо, что никто не видел, когда он вставал с гроба, иначе быстро бы слезли из чердака. Вот. Но где-то он кому-то сказал, что у меня дубовые, чтобы дуб – это крепкое дерево, не так легко его съедят черви, дольше будут кушать, возможно, чем тело человеческое. И он кому-то там похвастал. Люди говорят, ничего себе какой, дубовые гробы себе сделал. Начали соблазняться гробами дубовыми. И он узнал, и первый покойник церкви, он отдал этот гроб. Похоронили другого покойника в его дубовом гробе, а ему такой простенький склотили. Вы даже не можете представить сферы, где может быть явление соблазна. Соблазняться можно чем угодно. Красотой женщин, голосом мужчин. Есть искусство соблазна. Целое искусство. Как соблазнить молодого человека, как соблазнить молодую девушку, как соблазнить покупателя. Это ужасная вещь. Повторяем, Христос сказал, что горе миру от соблазна, потому что их будет все больше и больше. Что делать, чтобы не соблазняться? Первое – бодрствовать. С соблазном на поздних стадиях сложно бороться. Когда ты уже во власти соблазна, вот тогда сложнее как-то развернуться и противодействовать или противоборствовать. Нужно бодрствовать, чтобы не давать место соблазну. Второе. От соблазнов нужно убегать. Совсем не стыдно. Убежать от соблазна гораздо тяжелее потом вылезать из этой ситуации, в которую ты попал благодаря действию или из-за действия соблазна. Поэтому соблазн нужно бодрствовать, не давать повода. Не давать повода людям, другим братьям, сестрам, верующим, неверующим соблазняться. Настолько, насколько это возможно. И третья позиция. Что делать, чтобы не произошло соблазна? Предвидеть. Ну, не надо ходить. Я вспоминаю, опять же, свои студенческие годы. Это была Одесса, это южный город. Очень много возможностей разных. Мне было 20 лет, я просто спортсмен. Абсолютные пропорции тела 182, 182, 82. Пусть не самый красавец, у меня были другие волосы тогда еще. И я в нашем учебном заведении, 2/3 было молодых девушек. Вот идешь по коридору, на тебя смотрят глазками. Но не только на тебя, и ты смотришь. И я в определенное время споймал себя на мысли, что лучше, наверное, пусть надо мной посмеются. И я разворачивал, идут группа вот однокурсниц или девчонок, я разворачивался и тупо смотрел в боковую стену коридора, пока мисс пройдут. За спиной хохотали, подсмеялись, подшучивали. Какой-то ненормальный, парню 20 лет.
Да? Но лучше пусть посмеются, лучше пусть тебя унизят, лучше пусть ты будешь где-то, чем попался на вот это вот действие соблазна. И тогда ты тяжелее намного выпутываться. Поэтому один из методов дьявола, который будет усиливать свое действие, это действие через соблазны. Хотим этого или не хотим, так сказал Христос, горе миру от соблазнов. Придет время, Господь соберет все соблазны с мира всего. И тогда они будут сожженными. Я бы очень хотел, чтобы мои братья и сестры, живущие в Америке, научились беречь себя, потому что соблазн, он всегда очень опасный. Но, оказывается, есть еще один вид соблазна, который намного ужаснее всего того, что я перечислил, и намного больше опаснее. Есть некий вид соблазна, который намного страшнее, чем все то, что я до этого сказал. И вот тот второй вид соблазна, о котором я сейчас буду говорить дальше, он, как это ни парадоксально, ни удивительно, он может как бы захватывать или подвергаться его действию могут очень хорошие люди. Если вот в виде этого первого вида соблазна, вот то, что я рассказал, попадают разные люди, могут это делать, или соблазнять, или соблазняться. Вот практически соблазн всегда ложится на подготовленную почву. Когда человек об этом думает, как-то вот размышляет, и потом раз этот соблазн и подъехал к нему. Он думает, что случайно. Не случайно. У нас церковь, в которой я нахожусь сейчас, она процентов на 90 абсолютно с новых людей, которые пришли с мира, уверовали. Это интересные люди, интересно с ними работать. Была бабушка одна, которая рассказывала христианские афоризмы. Вот выходила наперед и говорила некоторые такие, ну, афоризмы – это такое меткое, очень крылатое выражение. Вот я помню одно из них, она выходила, там много говорила, но одно из них так звучало: «Нечестивыми не стают сразу». Оказывается, несколько слов, нечестивыми не стают сразу. Мы думаем, вот случилось. Да нет, был какой-то этап подготовительный. Наверное, это уже пришло. Наверное, это уже вершина. Было где-то там далеко. То, что иногда мы уже видим как свершившееся, мы не знаем, сколько было подготовки, чтобы оно произошло. Поэтому, когда мы видим человека соблазнившегося, или сколько там времени он готовился к этому явлению. Но учитывая время и ваши способности слушать и думать, а для меня важно не только, чтобы вы слушали, но думали, я перехожу ко второй части. Есть некий вид соблазна, который для меня ужасный. Когда я раскрыл этот второй вид, я сам ужаснулся и понял, что для нас это тоже очень важно. 11 глава Матфея, 6 стих. Там такие слова, и блажен, просто пока мисс один стих, и блажен, кто, дальше, не соблазнится о мне. Кто это говорит? Иисус Христос. А о ком это он говорит? О себе. Иисус Христос говорит какое-то особое блаженное, это означает некое особое состояние. Это предполагает, что много будет людей, которые соблазнятся, но будут люди, и он называет этих людей блаженными, кто не соблазнится в Иисусе Христе. А как это? Мой Спаситель, мой Господь, Иисус, Божий Сын, Спаситель мира, вдруг может быть объектом соблазна? Как это? Неужели это возможно? Что это означает, что Христос говорит: блаженный, счастливый человек, который не соблазнится о нем самом. Вам понятно, как это, что это означает? Соблазниться в Иисусе Христе. Давайте мы дадим определение терминам. Помните, мы сказали, что мы даем определение терминам. Что такое соблазн в целом? Что такое соблазниться в Иисусе Христе? Соблазниться в Иисусе Христе, мое определение, вы можете себе другое записать,
Я записал для себя так: соблазниться в Иисусе Христе – это значит усомниться в Его возможностях или Его сущности. Соблазниться в Иисусе Христе – это означает усомниться в Его возможностях или Его сущности. А теперь давайте проследим эту историю с этим текстом, который записан в Евангелии от Матфея, просто по памяти. Речь идет об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель, который был предтечей Иисуса Христа, который приготовлял путь Иисусу Христу. И в итоге он попадает в темницу. И находясь в темнице, Иоанн Креститель хорошо понимает, чем все закончится. И он посылает своих учеников к Иисусу Христу и с одним вопросом, чтобы они узнали, он ли тот, о котором сказано, или нужно ждать другого. Я не первый год верующий, не один раз читаю эти тексты. Я много раз, прочитывая тот отрывок, думал, ну почему Христу не сказать, передайте Иоанну привет и скажите, что это я действительно. Многие богословы пытаются разобраться, что случилось с Иоанном Крестителем, который когда-то на водах Иордана, или когда он был, и когда Христос шел к нему навстречу, и говорят историки, что он поднял руку и показал, указывая на Христа, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. То есть для Иоанна Крестителя было понятно, кого он крестил, поэтому он и говорил, что я недостоин тебя крестить, я недостоин даже ремень обуви твоей развязать. Но здесь, в этом случае, получается, что Иоанн Креститель как бы немного не начал сомневаться. В основании веры всегда лежит факт. В основании веры всегда лежит факт. Мы основываем свою веру на факте. Это прочность нашей веры. Какой факт? Например, мы верим в Иисуса Христа. Это был факт. А что лежит в основании сомнения? На чем покоится сомнение? В основании сомнения лежат вопросы, почему, на которых у нас нет ответа. В основании сомнения лежат вопросы, на которых почему? Ну почему так? На которые у нас нет ответа, и чем больше вопросов «почему», на которые мы не получили ответов, тем пропорционально сильнее явление сомнения, явление недоверия, они возрастают. Чем больше вопросов «почему», на которые мы не получили ответа, тем сильнее почва для соблазна в Боге. Блажен, кто не соблазнится мне. Иисус Христос подчеркивает, что это особая категория людей. Я хотел бы, чтобы в этой категории были вы, братья и сестры мои по вере, которые не только уверовали, но надо, чтобы дошли до конца, вот донеся эту способность верить и не соблазниться в Иисусе Христе. Иоанн Креститель посылает учеников, и Христос не отвечает прямо. Почему? Почему Христос не сказал, передайте Иоанну, что это я? Христос говорит, что скажите Иоанну, что это происходит. И пусть Иоанн поверит в то, что Иисус – это тот Мессия, которого он крестил, с которым он был на Иордане. Поверит даже тогда, когда он будет ждать, что Иисус Христос, обладая всемогуществом, единственный шанс спастись Иоанну Крестителю в его понимании, это было прибегнуть за помощью к Иисусу Христу. Единственный шанс. Он понимал, что если это Мессия, он обязательно придет, спасет. Но Иисус, отвечая ему на это, кто пойдите передайте, он не гарантирует ему, что он его придет и выручит с темницы, спасет. Послание к евреям, 11 глава, отрывок, и мы постепенно приближаемся к завершению. Вот смотрите, перечень людей, которых упоминает автор послания к евреям, и он говорит о некоторых их подвигах. 11 глава евреям, начнем с 33 стиха.
которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. И здесь пауза. А дальше потрясающая как бы разница, да, или вот дальше иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Неужели кто-то может подумать, что вот эти иные не молились Богу, чтобы Бог их спас? Неужели мы можем допустить мысль, что о них меньше молились их жены, которые, одни жены получили живыми вот этих, а другие жены? Меня дрожь по делу идет, а другие не получили. Кто готов сегодня сказать, что эти были святее других, но одни были избавлены, вернулись, другие не вернулись. Соблазниться в Иисусе Христе – это означает наверняка, что если говорить теперешним языком, ты молился Богу, ты просил у Бога милости, ты просил у Бога помощи, и ты не получил. Ты не получил. И здесь зарождается мысль. Представляете себе, если в этом собрании сидят вот два ряда людей – и здесь больной болезнью онко, и здесь больной болезнью онко. И этот просит молиться, и этот просит молиться. Этот на следующий приходит в собрание и кричит, пляшет, скачет от радости, Бог меня исцелил. А этот слушает, его Бог не исцелил, и думает, подождите, Господи, а как это? Что он лучше меня, что я хуже его? Почему ты одного исцелил, другого не исцелил? Почему? 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 И эти вопросы почему захлестывают человека, и он начинает сомневаться. Вероятнее всего, у Бога, наверное, не хватает, он не всемогущ, он не способен. И эти вопросы почему постепенно приводят человека в состояние, или, наверное, его нет вообще. Или если он, а почему так? Соблазниться в Иисусе Христе – это означает разочароваться в Нем. Это означает потерять доверие. Соблазниться в Иисусе Христе – это потерять все. И самое страшное, что под этот вид соблазна подпадают святые Божьи люди. Искренние, святые, которые настолько близки к Богу, доверяя. И тут вдруг на каком-то моменте Бог не отвечает им так, как они этого хотят. Или как Он это делает в других случаях. И тогда у людей возникает вопрос, почему? Я уже сказал, что вопросы «почему», на которых люди не получили ответа, это платформа для сомнения, это платформа для соблазна. Вот почему Иисус Христос говорит Иоанну, что «блажен, кто не соблазнится мне, даже если ты не будешь избавлен от темницы, и если ты так закончится твоя земная жизнь, то ты останешься без головы, и тогда...» Не потеряй веры. Я вспоминаю один фрагмент из нашей уже супружеской жизни семейной, когда она болела очень сильно, дочь одна, и на ей предстояла большая операция. Мы узнали, что у нее опухоль в голове. Мы много молились, много говорили. Мне предстояло приготовить ее к возможной смерти. Вы думаете, это легко? Я вот слушал сестру, которая рассказывала, и я вспоминал свою историю. Поворотным моментом в моей жизни, в нашей истории, был момент, когда я молился Богу и говорил почти дословно следующие слова. Я говорил, Господи, Ты разрешил мне открывать мои желания Тебе. Ты разрешил это делать. И я Тебе их открываю. Я хочу, чтобы моя дочь жила. Но если Твоя воля,
не совпадает с моим желанием, поступи по своей воле. Но если твоя воля совпадает с моим желанием, я буду считать не то, что я тебя уговорил или добился, но я буду считать, что значит, мое желание совпало с твоей волей. И тогда пусть все это будет к твоей славе. Это помогло мне приготовиться к тому, что если даже случится так, что мой ребенок умрет, наверное, это лучшее из возможного. Друзья мои, братья и сестры, сегодня заканчивается это собрание, наше хорошее время нашего общения. Вам и мне предстоит жить дальше, до самой встречи со Христом. Люди, которые соблазнились в Иисусе Христе, это люди с надломленным духом. Это люди, которые дальше, в жизни которых они потерялись. И чтобы не соблазниться в Иисусе Христе, требуются усилия. Требуются усилия. Необходимо думать те же самые, что и касательно других видов соблазна. Это означает, что, вероятнее всего, нам нужно понимать, что у Бога есть нечто выше, чем я, чем мои желания. У Бога есть воля Его. И Он поступает исключительно так, как считает нужным, лишь только по одной причине, потому что знает, что лучше, а мы же хотим лучшего. Кто-то мне скажет, да, ты не пережил. Простите, я не молодой, не совсем старый, но я кое-что тоже видел, живя на линии фронта. Не буду сейчас говорить всего. Когда тебе один на автомат в спину поставили, другой в грудь, и когда твоих трое детей рядом стоят вот так само, со спинами, с автоматами в грудь, по-другому молишься, по-другому Бога воспринимаешь. Это совсем другая ситуация, чем сидеть в уютном зале или в квартире в себя дома, когда ты стоишь, и тебя разделяет, возможно, доли секунды от возможного полного расстрела всей твоей семьи. Как себя вести в этих случаях? Караул кричать, проклинать, негодовать, вопросы задавать, время ли? Ты просто доверяешь Господу. Господи, ты знаешь, что лучше. Ты знаешь, что лучше. Ты знаешь все, Господь. Вот в эти моменты, это вы знаете, как вот художника одного попросили нарисовать покой, вот как можно в картине нарисовать покой, и там многие художники рисовали по-своему, а он нарисовал гнездышко птичье на фоне бурлящего какого-то водопада, где струи воды, и там вот птенчики в этом гнездышке сидят и радуются. Братья и сестры, я просто умолял бы вас всех именем Господа, берегите себя, не соблазнитесь в Иисусе Христе. Он достоин того, чтобы Ему верили. Последняя фраза моего размышления. Ответ на вызов соблазнов в Иисусе Христе только один. Когда отсутствует доказательство разума, нет логических связей в событиях, нет ответов на вопросы «почему?», время действовать в вере. Вот где инструмент против соблазна. А я буду верить. Я буду верить, невзирая ни на что, невзирая ни на кого. Есть одна песня, там такие слова. Если даже всю землю ты сложишь к моим ногам, если даже за слово «не верю», ты построишь мне звездный храм, и тогда все равно я пойду за Ним, за Иисусом Христом моим. Противостоять соблазну в Иисусе Христе, в Боге, только может вера. Вера – это последняя и единственная платформа для обретения смысла жизни в период кризиса. Пусть Бог благословит всех вас, укрепит и поможет, сохранит, вот сохраняя веру в Господу, и особенно, чтобы не соблазниться в Иисусе Христе. Аминь.